зона мобильная, мы ее можем формировать как хотим. Поэтому под запрос, под конкретное мероприятие это будет делать. Но здорово, что такой большой экран есть. Свободное время с пользой. Все смысловое наполнение центра предложено самими школьниками. В моей территории молодежь не только может развлечься, но и подтянуть знания по школьным предметам. Также здесь работают психологи и репетиторы по разным предметам. Все услуги ребята получают бесплатно. Наши первые слова были «вау». Мы просто офигели, мы не думали, что настолько классно это выйдет. Вот, и мне очень нравится, так как здесь много развлечений, и не только. Можно приходить домашнее задание, делать также мастер-классы, и психолог, это же классно. В каждой локации есть что-то особенное, что-то индивидуальное. Хочется перепробовать прям все и сразу. Вот. Много чего хорошего, было здорово. Занятия с психологом, они тоже нужны, потому что не все, во-первых, могут позволить, и не все готовы. У всех есть очень много зажимов, которые можно проработать здесь. В территории будут проходить мастер-классы и встречи с интересными людьми. В общей сложности центр разместился на площади более 400 квадратных метров. Эти помещения были предоставлены на безвозмездной основе. Это будет такой основной точкой притяжения для подростков вот именно этого района большого северо-западного. Я уверена, что им это все понравится, потому что они сменят обстановку. Здесь нет школы, здесь нет родителей, здесь их есть сверстники, с которыми можно будет пообщаться, научиться общаться, научиться дружить. Городские власти планируют открыть такие центры и в других челябинских ТРК. Это поможет вытащить ребят из фудкортов, где они привыкли собираться в свободное время. Следующим освоит территорию торговый комплекс «Горки». Наталья Петрухина, Василий Ермоленко, Павел Востротин, 31 канал.